немножечко посидим сейчас на таком туманном Гибралтаре на моей терраске. Она затянула, посмотрите, как непривычный даже ветер. Вечер. Так, что у меня здесь? Посмотрите, винчик, хамончик, сервеладик, хлебцы, оливочки. Но самое главное... Русский салат, ребята, конечно же, русский салат сейчас будем пробовать. Кто не смотрел видео про русский салат на НАТО, мы своих так просто не сдаем. Поэтому посмотрите обязательно на видео и потом расскажете, что вы об этом всем думаете. Сегодня пришел день платить по счетам. Пишу Хавьеру, я специально ходил в город сейчас снимать деньги. А говорю, Хавьер, если ты дома, то я могу тебе дать денег. Приходит от него на испанском, ну я по-английски, естественно, написал ему. Приходит на испанском сообщение. Ну я перевел в Google Translate. Я нахожу это прекрасным. Да неужели, Хавьер, как тяжело поверить, что ты денег-то не любишь, правда? Ага. Я буду к тебе через секунду. Прикиньте, о, человек сидит дома с короной, хоть бы хны. Как только деньги услышал, сразу. Какая корона? Бежит. Пришлось Хавьера обучить правилам приличия. Я говорю, Хавьер, что такое? Как ты себя ведешь? Я ему денег там отсчитал. 630. А он такой стоит, знаете, в пороге. У нас же вот как бы смежный коридорик. Моя дверь и их, где они живут. Сидит. Ой, не сидит, а стоит. Стоит такой на пороге. Я выхожу за порог, говорю, так, Хавьер, спускайся. В маску одел, все, но у него корона. Ну-ка, деньги, деньги и корона, это понятное дело. Я ему даю. Он говорит, а что такое? Говорю, это не по-русски, говорю. Когда что-то передаешь, надо не через порог. Он говорит, а что случится? Я говорю, тогда мы будем очень злыми врагами. Он говорит, не, с тобой я не хочу. С тобой я врагами быть не хочу, говорит. Давай спущусь. Вот, ну спустился. Так что, так. Так, иду встречать. Я пережил ужасный шок, когда снимал деньги для Хавьера. Я же привык, знаете, вот вы привыкли, как свой пин-код нажимать. Там как, ну, мануальная такая память, да? А у нас как? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. А тут, посмотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, наоборот, 0 тут. И у меня просто такой ступор. Какой пин-код? Не могу. И мне сказал, что я неправильно нажал пин-код. Все, унес добычу. Ой, ну что, посидели вчера. Бутылочку вот так вот. Херакши, бутылочки нету. Бутылочка вся вот здесь. Вот. Ой, не, пить алкоголь на ночь, это вообще такой сон опять был не очень был сон, но не об этом дело, буду рассказывать вам свои впечатления о русском салате. Кстати, мне так понравился, я съел целую пачку, этот русский салат был очень вкусный. Там это не оливьешка, оказывается, это такое, там, значит, были яйца, точно, по-моему, картошка была вместо огурца, оливки, и тунец это был, то есть это тунец с майонезиком таком, и, ну, как-то это вся смесь так намешана очень классно, то есть это не такая размазня, да, то есть там хорошо так чувствуется такими кусками, прямо яйцо там, и оливки такими крупными кусочками. Ну вот это вот сама тунец с майонезом и еще что-то там, наверное, добавлено, потому что, ну, нету такого, как бы, вкуса очень острого такого тунца, какая, может, приправа, либо, может, какой-то соус еще дополнительный. Короче, русский салат прям мне очень зашел, я прям так пожалел, что я купил
что я купил маленькую пачечку, а не большую, но в следующий раз куплю побольше, конечно, мне очень понравилось. Поэтому, если вы будете вдруг на саммите НАТО в Испании, обязательно купите себе русский салат. У нас сегодня такое очень серое утро. Прям такое серое-серое. И черное, конечно же, ходит. Вчера пытался по вашим советам отмыть этой посудомоечной таблеткой без полезно. Посмотрите, как он ходит и оставляет здесь. Ну ладно. Вот. Завтрак себе приготовил, такой бледный завтрак. А вообще я забыл сказать, что Мария уехала от Хавьера. Сказала: ты больной, давай-ка ты лечись. Без меня. Зачем мне быть тебе женой? Сказала, ну так вот, такие вот отношения в Испании между мужем и женой. Муж заболел. И все. А жена сказала: так, мне на работу ходить, и куда-то съехала, говорит, пошла в гостиницу жить, представляешь? Вот так вот, вот такие вот отношения в Испании у людей. Муж заболел, может быть, в связи. Говорит, ну она мне звонит. Я говорю, ну супер вообще, классно. О, проверяет, что ты еще живой здесь. Если что, говорит, передать ей, я могу там сходить в центр, может быть, ей что-нибудь принести из дома. Это хорошо.